Друзья мои, всем здорово! Ну что, пока перед тем, как начать писать ролик, вот для вас уже ля, ее подсобрал вам, поняли, ля? Все очень элементарно, одной левой берешь и насаживаешь вот в каждую дырку, короче. Сюда, туда, короче. Ну, поняли, да? Вот это вот будет сверху такая штука, вешаться это, верхушка называется. Тут в него входит, в этот комплект елочный, переноска советского образца. Далее, такие вот наряженные какие-то штуки. Я не знаю, для чего сюда это положили. Типа серпантинчик. Вот так вот, раз. Ну, будет красиво, скорее всего, если кому надо. Кто без елки остался, тот... Надо снег. Пожалуйста. Все для вас. Все на максималку. Это вообще верхушечки уже пошли сюда, 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 сюда. Вот так вот наращиваем, наращиваем, наращиваем. Вот это надо, кстати. Все, пятихатка. Он огромный. Это огромная вещь. Ты что такой, Дед Мороз? Надо вам вот это? 700 рублей елка, если хотите. Дешевле? Ну, попробуйте поторговаться. В нашем с вами магазине возможно практически все. Я так смотрю на нее. Такое ощущение, что она новая, советская. Поняли? Чистенькая вся. Вообще шикарная. Друзья, кому интересна данная елка, в преддверии практически уже Нового года, поняли? А что, уже Новый год? Она нужна вам 1 числа? А я не знаю, а что, мы с опозданием работаем. Эх, друзья, друзья. Ну ладно. Ну, на следующий год, если надо, берите. Можете поторговаться. Кто не знает, где мы находимся, зарулите в описании к данному ролику. Там все есть. Всем пока.